Всем доброго времени суток, с вами Елена, и сегодня у меня видео о двух посылках. Эти посылки я заказала на Озоне. Здесь, вот это первая посылочка, сейчас попробую ее вскрыть. Вот здесь кора. Я очень давно хотела найти галтованную кору. И как-то все не получалось. Ну вот сейчас посмотрим. И вот наконец. Ого, сидим. Сейчас уберу. Вот. Галтованная кора. Лист имеется. Мама дорогая. А ведь я заказываю не самую крупную фракцию. Сейчас сходим. Ой, я не помню. По-моему, я заказывала 12-18. Да. Сейчас откроем. Глянем. Что же за кора? Ну вот. Посмотрите, какая. Если честно, я думала, она будет круглее. Я заказывала эту кору, хотела, ну, для закрытых систем, для крупных орхидей. Ну, придется, значит, кто соберется заказывать вот галтованную кору, надо заказывать самую мелкую фракцию. Представьте, 12-18, ничего себе. Потому что, давайте для сравнения посмотрим. Вот, потому что вот археата 12-18. Ха. Разница. Значит, ее тоже придется резать. Ну, вот так вот. Или использовать для ванны. Так, ладно. Но я хочу сказать, что она прям очень-очень отшлифованная. В общем, эта кора для ванд идеально подойдет. Так, ну и вторая у меня посылочка. Это я все заказывала на Озоне. Вторая посылка. Это мох. Живой мох. Сфагнум. Сейчас посмотрим. Вот два вот таких пакета по 2 литра. Ну, посмотрите, какой отличный мох. Я вот его периодически заказываю для своих орхидей. Каждый раз он приходит немножко разный. То более такой мягкий, то чуть погрубее. Ну, видно, в зависимости от времени года. Но мох вот такой отличный, живой, весь с зелеными макушечками. А у меня сейчас куча пересадок ожидается, и поэтому я решила заказать, у меня там на остатке литр где-то, вот я решила заказать еще 4 литра. Ну, в общем, да, немножко я в шоке, я не, ну, ожидала эту галтованную кору, что она будет на фотографии, она выглядела несколько иначе. Гораздо мельче. Я выбрала не самую крупную фракцию, но вот так вот. Ну ничего. Куда-то в закрытую систему. Если, ну, большой горшок, крупная орхидея, это очень даже подойдет. Ну и квантом буду добавлять. Значит, придется заказать еще раз, только гораздо помельче. Ну и последнее. Товарищ, который мне рассказывал, кто смотрел мое видео, видел мой эксперимент посадки орхидеи в циолит, то бишь кошачий туалет, рассказал, что лучшее удобрение для орхидей, если орхидея, ну, не хочет цвести, затормозила в росте,
или наращивает корневую листовую массу в течение долгого какого-то времени, но не хочет цвести, ее просто надо полить кальциевой селитрой. И она сразу начинает давать цветоносы. Ну вот попробуем. Вот я купила эту кальциевую селитру. Кстати, оказалось совсем недорогое удобрение. 10 рублей вот такой пакетик. Ну и в следующем видео, ну не знаю, в этом месяце, во всяком случае, проведем эксперимент, попробуем полить этой кальциевой селитрой и посмотрим, как она поведет себя. Тем более, вот она убирает всякие проблемы с листьями, вот, помогает росту корней, устраняет отмирание точек роста и помогает, получается, орхидеям. Ну, вот такие у меня покупки, вот такие у меня новости. А всем большое спасибо. Будьте здоровы, благополучны. Всем мира, любви. Берегите себя и своих близких. До новых видео. Пока-пока.